Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить макаронную запеканку с баклажанами. Если вам интересно, оставайтесь со мной, будем готовить ее вместе. Что же нам для нее понадобится? На 150 грамм макарон, неотваренных, необходимо взять один баклажан, одну небольшую луковицу, один зубчик чеснока, помидоры в собственном соку или помидоры перетертые, 200 грамм. Панировочные сухари 1 столовая ложка, оливковое масло или растительное для жарки, соль, перец по вкусу. Приступаем! Первое, что нам необходимо сделать, отварить макароны. Но пока варятся макароны, займемся заправкой. На этом этапе убавляем огонь на минимальный, накрываем крышкой баклажаны и тушим минут 15. Смазываем форму для запекания сливочным маслом. Посыпаем сухарями панировочными. И отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, минут на 15. Ну вот и все. Запеканка с макаронами готова. Она получилась ароматная, сочная. Баклажаны и соус томатный дополняют макароны и делают их превосходными. Я советую вам попробовать этот рецепт. Он подойдет как отдельное блюдо, так и гарнир. Надеюсь, что вам он понравится, а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!